Выходные для люберчан начались с душевных песен. Вечер порадовал жителей развлекательной программой и концертом. Мероприятие прошло в Центральном парке городского округа. Артисты встречали посетителей на входе в парк, буквально заряжая позитивной энергетикой. Насколько такие концерты актуальны в Люберцах, на этот вопрос ответили зрители. Конечно, нужны. Если это будет традиция каждую пятницу, я думаю, тут будет полная площадь. Хочется, чтобы такое было почаще, потому что когда на улице особенно холодно, вот здесь хорошая музыка, хорошие танцы и очень хорошая атмосфера. Это просто, это у меня даже нет им слов, у меня одни эмоции, это вот как здорово. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.